Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, ребята, делаем энергетик, потому что здесь мне нужен сварщик. Эту миссию я уже неоднократно пытался пройти и понял, что без сварщика мне ее не одолеть пока что. Так, давайте-ка мы вот с этими ребятами разберемся. Каждый получит по пинку. Так, замечательно, все хорошо у нас пока идет. Вот эти вот, оу, нет, только не ты, ядрить тебя на корень, я забыл про него. Да, ребята, вот этот вот монстр напоминает чем-то чужого. Довольно быстрый и у него очень мощная атака. Нельзя его подпускать к автобусу, иначе он его с пару ударов разнесет в пух и прах. Блин, давайте вот так попробуем. А, он сейчас на него прыгнет, стопудняк, я вам говорю. Ядрить он, вот так вот он, ребята, разбирается с нами. Ну, бомби ты его, давай. Черт подери. Ну, не знаю, получится ли у меня пройти этот уровень даже со сварщиком. Судя по тому, сколько хп у меня у автобуса, жить ему осталось недолго. Выпускаем сварного. Пускай он бежит и бомбит потихоньку ворота. Так, давайте вот так. Нам главное продержаться, ребята, продержаться, пока сварщик наш там режет. Так, толстый, проходи мимо сварщика, только не задевай его. Отлично, нам повезло. Так, все. Держим оборону, ребятушки. Так, этот чужой опять прибежал. Блин, сейчас будет прыгать. Ай-яй-яй, совсем-совсем немножечко нам осталось продержаться. Ну-ну-ну-ну-ну, сварной, давай, быстрее. Ё-моё, надо было ему все-таки атаку увеличить. Хотя, смотрите-ка. Есть! Есть, ребята, мы прошли с вами 121-ю миссию. Да, конечно, с одной звездой, но, тем не менее, пройдена она. Для меня сейчас самое главное посмотреть, что нас ждет впереди. Ну, а потом уже, конечно же, я все это буду проходить на 3 звезды, как полагается. Так, давайте-ка мы здесь приоткроем карту. Да сколько же бензина-то придется тратить, а, ребят? Ай-яй-яй-яй-яй. И у нас доступна 124-я миссия. Сложно. Ну, я думаю, что, наверное, стоит заморачиваться и потратить 2 последние горючки именно на нее. Но для начала мы уберем с вами сварного и поставим, наверное, кого бы лучше влепить-то? Блин, я даже не знаю. Так, может быть, гренадира? Нет. Давайте вот этот поставим. Посмотрим. На этой миссии я не был ни разу. Так что, как говорится, все происходит впервой. Ё-моё. Ну, эти ребята не так страшны, если честно. Они легкие сами по себе. Единственное, что они взрываются и оставляют после себя 3 зомбаря. Хотя они, эти зомби, вата-ватой. Так. Ну что же. Давайте, наверное, выпустим нашего... Оу, нет, только не ты, сразу же, ё-моё. Ладно, выпускаем Марину. Ну, тут даже бесполезно было с ним драться. Так, ну, давай, да, конечно. Хрен, не прокатило, ребята. Оу, Марина справился, замечательно. Так, полицейский сейчас будет издалека бомбить их потихонечку. Нам нужна срочная энергия, ага. Так, бегуны-камикадзе здесь еще. Вот их только здесь нам и не хватало. Это очень плохо. Так, мне нужна турель. Как можно быстрее. Вот, она готова. Ну что, будем за счет нее как-то пробовать выживать. Кэп, выходи. Будешь тоже издалека бомбить. Вот этих вот здоровяков, их лучше издалека, ребята. Потому что они... Да ладно, еще и ты тут выбежал. Блин, ну... Отлично, мы его завалили. Практически без потерь. Ну, Марина, конечно, сдох. Но это не такая уж важная единица. Так, энергия идет. 26, маловато. О, давайте вот этого вызовем. Пускай он тут разбирается. Единственное плохо, что когда вот эти вот чудики взрываются, вот видите, да? Они как бомба действуют. То есть, если рядом мой юнит стоит, они его просто-напросто убивают. Ух! Турельку мою забомбили. Хорошо, у меня энергии, как говорится, гнева дофига, и я могу себе позволить еще сразу же выставить одну.
Так, давай, выходи. С этими ребятами мы сейчас разберемся. Блин, да опять этот гад. Давайте вот так вот сделаем. Хе-хе-хе-хе. Не тут-то было, думали, что просто так меня возьмете, хрен вам. Мои бойцы отчаянные ребята и будут драться до последнего. Это я вам говорю точно. Давай, полицейский, твой дробовик здесь пригодится. Ну что, в принципе, я смотрю, тут осталось три здоровых и два гнилоруких. Вот, блин, камикадзе вышли. Ёлки-палки, 30 секунд, ребята, до волны. Вот это уже плохо. Надо как можно скорее, как можно быстрее бомбить эти уже ворота. Черт подери. Ага, все, шикандос. Блин, следующая волна идет. Даже не знаю, успеем, нет? Хотелось бы, очень хотелось. 13 секунд. Ай, да еще и ты вышел сюда, а, паразит. Сейчас убьет, да? Ну, конечно. Оу, ребята, поздравляю вас. Мы даже на 3 звезды прошли 124-ю миссию. Уж чего-чего, ребята, но такого поворота я не ожидал. Но это только нам в плюс. Открываем, ребят, с вами карту. И, блин, все на горючке. А с бензином, как видим, у нас очень и очень туго. Ну что ж, я предлагаю сделать небольшой перерывчик, подкопить горючку и продолжить проходить игру вперед на зомби-войну. Так что не уходите далеко. Миссия 126. Ну что же, ребята, вперед на зомби-войну, как говорится. И у нас здесь появляется новый вид врага, ребятушки. Это такой вот энергетический сгусток, который любого моего юнита превращает в зомби. Поэтому желательно его истреблять издалека. Так, мне для этого нужен стрелок. Хоть какой-нибудь. О, да ладно, тут еще и бегуны бегут. Вот это вот дело дрянь. Так, давайте этих сносить, упырей. Ну, вот смотри, что сейчас будет. Вот так вот. Вот так, ребята, поступает эта энергия с моими человечками. Просто перевоплощает их в зомбаря. Причем в гнилого в какого-то. Так, Марина, давай разбирайся. С этими... О, турель. Вот она мне как раз нужна. Все, теперь можно немножко вздохнуть. С облегчением, потому что она, как говорится, будет истреблять заранее вот эти вот сферы. Ну и, соответственно, помогать... Да как так-то? Как они всех моих пробили? Я не понимаю. Блин, сейчас... Вот, черт подери. Давай, выходи, команда. Черт, сейчас его перевоплотят. Тьфу ты. Вот я туплю. По-жесткому. Давайте так сделаем. Огонь нафиг по этим упырям. Все, замечательно. Так, выбегает Марина у меня. Будет разбираться с этими зомбарями, которые сейчас будут подниматься. А их здесь очень много. Так, еще одну турель выставляем. Так, 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 давай, 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 давай. Ну, бомбиты. Нет, вот смотри, а. Какой-то, блин, вонючий синий зомбарь, блин, убил у меня полицейского. Ой, не знаю, не знаю, ребята. Как-то все очень хреново здесь у нас идет. Ну, так, отлично, пулеметчик хотя бы свое дело сделал. Так, ну что, давай, полицейский, выходи. Нам здесь нужно как можно больше огнестрельного оружия. Так, давайте еще один бонус поставим себе. Так, куда бегут синие упыри, а? Ну, неужели справились? Все, блин, нет, не все. Сколько же этих гадов здесь, а? Так, оу, да еще и волна скоро. Через 34 секунды побегут на меня упыри. Как можно быстрее нам нужно пробивать эти ворота. Ну, давай, 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 бомби. О, отлично, ребята. Нет, все-таки мы затащили 126-ю миссию. Да, 2 звезды, но тем не менее. Открывается у нас дальше карта. И опять все за бензин, а? Вы посмотрите, какие хитрожопые. Ну ладно, давайте. А, нет, смотрите, дали нам все-таки одну миссию. 127-я, нормально. Ну что ж, давайте пробовать, наверное, мы с вами ее проходить. Так, кого мы можем заменить? Никого. Наверное, так и оставим для пробы.
Как говорится, вперед на зомби войну. Сейчас будем разборки здесь наводить. Ух, мои любимчики. Жиробасы, которые взрываются и делятся на три мелких никчемных зомбаря. Так, а это что у нас тут идет? Сферы увижу. И в бронежилете чувырла. Блин, хреново. Ладно, пускай эта сфера врезается в автобус. Да ладно, ты-то еще откуда вылез? Ну ё-моё. Так, наверное, нам надо кого-то вызволить. Сейчас прыгнет на него, нет? Хе-хе, нет, не стал почему-то. Тогда сдохни, гад. Замечательно. Так, нам нужна ярость, ребята, чтобы как можно скорее выставить турель. Да что такое, опять камикадзе? Так и есть. Блин, дерьмово. Значит, здесь у нас практически все в сборе. Вот эти вот жирные бегуны-зомбари, камикадзе и сферы. Ну и этот чувырло там в бронежилете, он в принципе... А, еще и гнилоруки тут подтягиваются. Слушайте, а не слишком ли много? А, еще и вот этот хмырь. Так, ребята, давайте турель ставить. И как можно быстрее бомбить их всех. Так, пришлось мне, ребята, потратить бутылочку. Так, давай. Хотя у меня их и так очень-очень мало. Но вдруг мы эту миссию затащим. Хотя, не знаю. Смотри, крадется бегун камикадзе. Я выпускаю Марины специально, чтобы вот так он в него врезался. И, как говорится, сдох. Давай, Рэмбо, выходи. Так, отлично. У меня... О, еще одну турельку, давайте. Ха, еще одну. У меня-то сломалась уже, блин. Ты посмотри, как он хитро делает. Он прыгает в кучу. Причем обычно прыгает он, где стрелки у меня. Я про чужого, про этого. Так, ладно, пока вроде бы неплохо. Да ладно, успокойся там уже, блин. Хе-хе. А смотрите-ка, у меня Рэмбо-то выдерживает один удар от камикадзе. Это замечательно. Да ладно, неужели мы пройдем, а? Ну? Да, ребята. Вот это нежданчик. 127-я миссия пройдена. И бонус. Давайте-ка откроем дальше карту и посмотрим, что тут у нас. Все за бензин. Ладно, давайте, наверное, с вами пооткрываем. Угу. Миссия 123, невозможно. Так, а это 122, сложно. Да, ну давайте потратим последние три бензинчика. И у нас миссия... Угу, нормально. Ладно, делаем перерыв, ребята. Ну вот, скопил я бензинчика маленько, давайте немножечко поиграем. Очень быстрый и опасный зомби может прыгать за спину противникам и атаковать их. Вот он, этот новый инсектоид, его звать. Ну, это байкер. Очень сильный мародер. Это, кстати, из ивента, чувачок. Так, голубой бегун, блин. Вот она. Энергетическая сфера мгновенно превращает ближайшего противника в зомби. Инсектоид, Пси, Монк, Ротен, Чинзе, Ребел, Андед, Герл. Ну, в общем, этих зомбарей мы уже с вами давным-давно всех видели. И они нам не интересны. Ух, ну что же, наверное, нам надо с вами... прогуляться маленько по карте. Оу, новая. Сложно. Пока мы не будем трогать, наверное, сложные. У нас здесь есть... О, 130-я, нормально. Ну, также и 129-я у нас нормально. Так что вот я думаю, что бы нам с вами выбрать-то. Блин, да елки-палки, я так весь бензин сюда спалю. Так, миссия 128 невозможна. Обалдеть можно.
Так, ну ладно, давайте, наверное, разберемся с нашей командой. Хотя, что у нас с командой? Все вроде бы нормально, да? Блин, мне еще немножко нужно денежек накопить, а, ребята? Я хочу себе нового юнита. Я знаю, что с ним меня ждет совсем другое прохождение этой игры. Поверьте мне. Вот она, Соня. Совсем немножко мне не хватает. Буквально 200 долларов. Она 12500 стоит. Ой, хоть донать. Но я этого делать не буду, ребят. Я накоплю. Ну, а мы с вами, наверное, все-таки отправимся на 129-ю миссию и посмотрим, что нас вообще там ждет. Может быть, получится и пройти, хотя почему-то я не уверен в этом. Ну да ладно, что гадать, нужно, как говорится, проверять на личном опыте. Ну и... Так, а это у нас что такое еще? Яйцо защищает себя с помощью энергетических сфер. Не понял, это как? Как оно себя защищает? Блин, может быть, выпустить кого-нибудь, а? Так, еще и камикадзе бегут здесь, да? Ладно. Я не знаю, давайте, наверное... О, ё-моё. Сейчас побегут. Ну, можно, в принципе, Марины давай. Ай, один в автобус и этот в автобус тоже, а? Хреново начали. Блин, что это за яйцо? Меня оно смущает, честно говоря. Блин, да опять вы, а? Ну-ка, полицейские, бомбани. Замечательно. Ай-яй-яй-яй, сейчас врежется. Молодец, Марины прикрыл, как говорится. Да стреляй ты! О! Так, что за яйцо? Да ладно тебе, хорош нафиг. Значит, я этому яйцу, причем, никакого урона не наношу. Ну-ка, а ты? Пипец, ребята. Вот это да, вот это новости, блин. Это яйцо, которое выпускает вот те самые сферы, которые превращают моих юнитов в зомбарей никчемных. А ну-ка, давай-ка вот так вот. Здорово, оно еще и не побивается. Посмотрите, по яйцу ноль дамага. А как же его уничтожать тогда? Да ну хрень какая-то, что за чушь? Ну, давай. Пипец. Я тут вообще беспомощный какой-то, а? Ну-ка, Марины, вот так. Не, ребята. Я не знаю, что тут надо делать. Ну, извините меня, он просто... Блин, эти камикадзе-бегуны через каждую секунду выходят. Плюс вот это яйцо, которое выпускает сферы. Как, извините меня, тут играть? И еще волна через 36 секунд. Молодцы. Все просто замечательно. Меня сейчас просто здесь раздавят сейчас. И бежит, бежит, блин. Так, и опять сфера. Не, бесполезно, ребята. Ну, хотя бы мы посмотрели, что нас ожидает впереди и с чем нам предстоит бороться. Все, сейчас побежит волна. А ну-ка, вот так вот я себе сделаю. Вообще ноль, ноль дамага. Не пойму, почему. В общем, яйцо это не уничтожается. И 129-ю миссию мы с вами проигрываем. Ну, раз уж пошла такая пляска, давайте тогда с вами заглянем еще на какую-нибудь миссию. Да, 130-ю, почему бы и нет. Ну, давай, давай. Да ладно, три яйца. Я с одним-то справиться не мог, а? Тут три их. Охренеть. Ладно. И кто здесь у нас будет? Какие юниты будут на меня здесь идти?
Что, никого не будет, что ли? А, опять зомби-камикадзе, а? Ну как же без них-то? Давай попробуем так сделать. Бежит, 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 бежит. Бум! И Марину снесло. Слушай, я не могу никак врубиться. Да как же эти яйца уничтожать? Что-то я не пойму. В ближнем бою, что ли, только? Так получается? Огнестрел их не берет? Потому что Марина, когда подбежал, ударил разик, вон, вы видите, да, по полосочке. Все-таки он хп отнял. Ну это, извините меня, он только на раз ударил. Так, ну-ка давайте-ка вот так попробуем. И Марины. Ну? Да я не знаю. Блин, я ума не приложу, как здесь бороться. Так, ну давай, 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 Кэп, бомби. Сейчас завалят его бедного. Ну и камикадзе бегут, а. Так, ну командос выдержит удар. Хрен там, что он выдержит. Ни хрена он не выдержал. Так, а вот этот вот, он побежит на турель или нет? Нет, он побежит в автобус, блин. Чё-то я не могу понять. То яйцо получает урон, то не получает. Как оно там действует, не врублюсь. Может быть, когда он выпускает эту сферу, оно становится уязвимым на какое-то время. Если только так. Да, да, ребят, скорее всего, так оно и происходит. Вы посмотрите. И вот за этот промежуток времени мне нужно его забомбить. Да, проблемка. Слушайте, ну, одно яйцо мы все-таки с вами одолели. Так, ладно. Ну, со вторым не успеем, потому что, ребята, сейчас побежит уже на нас волна. Как вы сами видите, осталось тут 15 секунд. Ничего здесь толком сделать не смогу. Но зато, по крайней мере, я понял, как бороться с этими яйцами. То есть, получается, он выпускает сферу и на некоторое время становится уязвим. И нам нужно только будет его добить. Так, ну что, ребята, здесь нас сносит волна зомбарей. Здесь мы ничего с вами не сделаем. Как говорится, чему быть, тому не миновать. Ладно. 130-я миссия проиграна. Ну что ж, давайте тогда мы с вами, наверное, посмотрим еще какую-нибудь миссию. Так, 129-я не прокатила, 130-я не прокатила. И у нас еще здесь, да если честно, то очень много чего тут есть. Так, раз, два, три. Плюс еще три там. Я думаю, пройти, может быть, миссию на три звезды попробовать. Нет, не стоит, ничего у нас не получится. Пока я себе не заполучу Соню. А уже с Сонькой будем с вами разруливать ситуацию совсем по-другому. Так, ну что же, давайте, может быть, 117-я сложная, это какая у нас? Ага, невозможно. Но зато у нас 116-я. Как говорится, была не была, пробуем. Как же вы мне дороги, а, жирные заморозчики. Ладно, немножечко с вами подождем, потерпим. О, нет, только не вы, блин. Выпускаю. Да ладно, блин, чё так быстро-то захерач? Даже пикнуть не успел. Ну-ка, давайте-ка еще разок. Зря, конечно, я потратил бочку с энергией. У меня их и так очень мало. Ладно, фиг с ним. Сейчас эти побегут. Давай, 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 давай. Мы выпускаем Марины и вот этого. Справится, нет? Да ладно вам, блин, да что же за фигня-то? Что за непруха-то? Все. Опять они добомбили мой автобус.
Все у них как-то это довольно быстро. Ладно, давайте с вами выберем другую миссию. Так, вот где-нибудь здесь. В принципе, было бы неплохо посмотреть, вот, может быть, вот эту. 128, да? Или же... Во, 125-я, сложно. Давайте-ка глянем, что здесь нас ожидает. Так, смотрю, здесь энергетическая сфера стоит. Ладно, пока она здесь никого не трогает, мы ее тоже не будем трогать. Будем копить с вами энергию. Да ну нафиг, блин, ненавижу этих вот толстяков. Они потихоньку, во-первых, себе жизни восстанавливают, во-вторых, они очень толстые. Ну и в-третьих, они замораживают моих солдат. Как говорится, делай себе преимущество. Черт подери. Совсем забываю, что они с одного раза перевоплощают любого юнита в зомбаря. Так. Сейчас и до полицейского доберется, да? Нет. Не добрался. Так, замечательно. Ну что, давайте, наверное, вызывать Кэпа. Все-таки какая-то огневая поддержка. Блин, мне приходится постоянно вызывать Марины для того, чтобы он брал на себя удар от этой сферы. А сфера летит здесь практически через каждую секунду. Как говорится, не давая передышки никакой. Во! Так. Только не в полицейского, пожалуйста. Ты... Вот в Марину давай. Нет, ты посмотри, а? Она именно в копа врезалась, блин. Так, энергия. Давай, полицейский, выходи. В общем, здесь та же самая, ребята, схема, как и в предыдущих играх. Надо больше огнестрельного оружия. Сами видите, вот эти вот синие жиртрясы. Они очень и очень мощные. Очень. Еще и замораживают при этом. Даже турель с ними еле-еле справляется. Хотя, поверьте мне, ребята, если все это дело прокачать, да по полной программе, то все будет здесь довольно-довольно просто. У меня бойцы и юниты, ну и также и турель, раскачана, извините меня, далеко-далеко не по хай-левелу. А так, среднячок. Но, тем не менее, я с этим среднячком далеко продвигаюсь. Сейчас я, как видите, деньги коплю на нового юнита, которого звать Соня. И вся прелесть заключается этой девушки в том, что у нее очень быстрая скорострельность, причем довольно мощная. Так, подождите секунду, ребята. Тут, похоже, нам все. Кранты нас зажали практически вообще по самые помидоры. Вот. И когда я получу эту девушку себе, Соню, мы, поверьте мне, прорвемся довольно далеко. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, ну что же, вот нас и добивает волна. Да, не повезло. Ну, а на этом я буду завершать эту серию. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в новых выпусках. А на этом все. Всем пока, ребята, и удачи вам. Ах так! Ах, вот и как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...